Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я, как всегда, рада приветствовать вас. Сегодня мы идем с бухты Витязь на бухту Астафьева. Дорога занимает 30-40 минут. Пойдем мы пешком, хотя можно доехать на джипах. Ребята здесь возят. Стоимость поездки на джипе 2000 рублей туда и обратно. Но пойдем мы пешком, потому как хотим вам показать красоты местной природы. Смотрите, не переключайтесь. Пока мы идем, расскажу вам о первом месте нашей остановки. Это база отдыха Камень Льва. Место очень хорошее. Посмотрите, короткий обзор номера пока что. Стоимость номера в сутки 4600 с трехразовым хорошим питанием. Вот такие кубрики, там 4 номера, скажем так, да. Все для проживания есть. Ну, сейчас я вам покажу номер. Вот так выглядит номер. Двухспальная кровать. Здесь можно ребеночка положить. Вешала, полочка, так, ванна. Смотрите, она больших размеров. Умывальник, зеркало, все есть, да? Вот душевая кабина. Бухта Астафьева обнаружена в 1897 году. Длина пляжа составляет около 3 километров. От города Владивостока до бухты Витязь 250 километров на автомобиле. Смотрите в эту сторону, это бухта Витязь. Видно, да? Именно оттуда я сейчас и пришел. Вот по вот этой горной дороге пройти сюда. В интернете, кстати, очень мало информации. От Витязя до этого места пешком 30 минут. Для чего я сюда шел? Смотрим в эту сторону. Это бухта Астафьева. Посмотрите, какая красота. Какие волны. Сегодня чудесный солнечный день. И сейчас мы с вами пойдем именно на этот пляж. Также здесь можно взять квадроцикл, вот как мы едем на прокат, покататься по этим склонам. Даже дети это могут делать. Вот можно на джипе вот так вот проехать. Безумству храбрых поем мы песню. Посмотрите, на какой машинке хотят здесь проехать. А там, если бы вы видели, какая дорога, как они это сделали, я не могу даже представить себе. Сразу хочу заметить, что в сланцах сюда лучше не идти, подумать хорошо о своей обуви. Многие смельчаки, я смотрю, доехали практически до самого моря. А здесь берут вход. Стоит 150 рублей с человека. Однако, ну что, вот-вот уже. О, посмотрите. Лететь, колотить, какая красота! У меня нет нормальных слов, посмотрите, это чудо, а не пляж. Бухта Астафьева, Хасанский район. Вау, какая красота! Шикарно, шикарно. Я уже хочу в море, в водичку. Как вам? А мне так хорошо, даже очень. Я уже хочу. Такие виды открываются. Послушаем шум прибоя, шум волны. Обалдеть! Это наш Крым. Ребята, все сюда. Просто кайф. Сегодня мы замеряли температуру воды. Она была 21 градус и 3 десятых по Цельсию. Это не слишком теплое для августа месяца, потому что лето было холодное, не теплое. И местные тоже здесь говорят, что в августе должна здесь быть вода 23-25. Но, увы, пока этого нет. Вторая наша остановка в знаменитом селе Андреевка, база Ковчег. Проживание в номере 5000 рублей в сутки. Завтрак и ужин включен. Передвигаюсь по Андреевке, пробки, дороги плохие. Почему, я не знаю, развивают кластер туристический. Ну, наверное, своеобразно как-то
развивают. Дороги не делает никто. Проехать даже на джипах очень проблематично. А это вторая база отдыха. Называется Ковчег, которая находится в бухте Андреева Хасанского района. Ну что, вот такая вот двухместная кровать. Тумбочки, чай, телевизор, холодильник, прихожка, вешала. Вот такой вот санузел прекрасный. Холодная горячая вода есть всегда. А территорию покажу чуть позже. Ну, номер мне понравился. Он достаточно большой. Большая территория базы, большой бассейн, детский с подогревом. Я чувствую, что будет очень много вопросов. Сколько же стоят морепродукты? Так как мы едем на море, конечно же, хочется себя побаловать вкусностями, морепродуктами. В общем, краб стоит от 600 рублей за килограмм до 2000, в зависимости от размера. Гребешок тоже около 2000. Кукуруза 100 рублей. Волосатик почем? Здравствуйте. 50 за штуку. Хорошая цена. Хорошая, конечно. А краб? Этот по 1200, он крупный, это средний по 900 рублей. Канал YouTube Константин Панкратов ДВ. Смотри этот ролик до конца, и ты найдешь все ответы на свои вопросы. Мои впечатления об Андреевке. Очень много отдыхающих на 1 квадратный метр, как на суше, так и в воде. Поэтому, кто любит такой вид отдыха, пожалуйста, прошу. Ну, все мы разные, на вкус и цвет, да. Кто-то любит, чтобы был дикий пляж и никого-никого. А кому-то нужно общество и цивилизация. Так что... на любой вкус. Сейчас я показываю вам базу отдыха «Океан» знаменитую. Ну вот, посмотрите, как здесь отдыхают люди, сколько народу. И напишите ваше впечатление, ваши комментарии. Будет очень любопытно почитать. И в завершении нашего недельного тура в Хасанском районе мы побываем в знаменитом комплексе «Теплое море». Это гостиничный комплекс 4 звезды. Проживание стоит 8000 рублей. Это минимальная проживание стоимость с завтраком. Изюминкой этого комплекса является два бассейна с морской водой. Один открытый, другой закрытый с подогревом. И работает он круглый год. Я думаю, что вам этот выпуск понравился, он был интересным, информативным. Следующий выпуск мы сделаем обзор цен, сравнение цен. Где отдыхать дешевле? У нас в России или за границей? Опираться будем только на свой личный опыт. Будет интересно, смотрите, не переключайтесь. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока-пока, до новых встреч!